Всем добрый день! Вы на сайте Флора у дома. И сегодня хочу поделиться с вами распаковкой. Я получила сегодня посылку вот такую от «Русский огород». Это интернет-магазин. Вот. Ну вот, сегодня мы посмотрим, что же они там прислали. Хочу рассказать, что я заказывала на этом сайте 5 позиций. Значит, позиции были у меня в основном азалии и один клематис. Вот 4 азалии было и один клематис. Заказ я сделала 4 марта. Заказ был оформлен и подтвержден через почту. Мне на почту пришло подтверждение о том, что заказ принят. Ну, я как бы стала ожидать этот заказ. Вот. Перед где-то отправлением, за неделю до отправления, мне позвонили с сайта и сказали, что, к сожалению, некоторых позиций нет, и осталось только из того, что я заказывала, 2 позиции. Это 2 азалии. Вообще, азалии вот я брала, специально заранее хотела заказать, потому что они были по скидке. И, конечно же, я была очень расстроена, когда мне позвонили и сказали, что не хватило, якобы, в общем, и только осталось 2 позиции. Вот, я согласилась, присылайте хотя бы эти 2 позиции. И вот как раз сегодня мы посмотрим. Значит, отправлена эта посылка была 3 апреля, а пришла она сегодня, вот, 9 апреля. В пути она была 6 дней. Посмотрим. Давайте посмотрим на внешний вид. Вот это сайт «Русский огород», интернет-магазин. Вот, лучшее из возможного, как они себя позиционируют. Вот. Хочу сказать, что упаковка вот на внешний вид для растений, которые там вот положены, я чувствую, вот ощущаю, еще не вскрываю, чувствую, что тут веточки. И, знаю, как на нашей почте все это аккуратно пересылается, перекладывается, то, конечно же, не знаю. Посмотрим, в каком состоянии там растения, веточки. Вот. Но упаковка, мне кажется, вот в кулечке такой отправлять не очень правильно, потому что в пути могли сломаться веточки. Давайте откроем и посмотрим, что же они там прислали. Так, влажная. Это накладная. Тут вот еще что-то. Ага, посмотрите, купон на скидку, прислали подарок при заказе от 5000 на 500 рублей купон на скидку. Вот такая вот, не знаю, как это сказать, приятная или неприятная, на 5000 и скидка будет 500. Вот так вот. Так, это у нас товарная накладная. Значит, две они мне сказали, что будет всего 2. Это азалия Кристофер Рен и азалия Сильвер Слиппер. 2 я их брала по скидке. Вот они были не очень дорогие. 174,30. Сейчас они есть на сайте. Я заходила, смотрела. Сейчас они дороже, конечно, стоят. Но по скидке, хотя я заказала своевременно, я не знаю, почему мне их не хватило. Вот. И заказ был принят на тот момент. Не могу сказать, почему не хватило. Вот. Я думаю, что надо было бы сразу ознакомливать людей с тем, что не хватает. Вот. Давайте посмотрим, что мне прислали. Так, в таком состоянии. Это азалия Кристофер Рен. Она в торфогрунте в каком-то. Вот. Я хочу все-таки открыть и посмотреть на корневую систему. Что же там внутри? Веточки так себе. Не могу сказать, что хорошие. Пока еще не вижу я ничего тут живого. Ни почек, никаких, ничего нет. Так, резиночка. Мы сейчас ее снимем, эту резиночку. Так. Сейчас намусорю, конечно. Но все равно я хочу посмотреть, что там. Сухой, практически сухой. Торф. Вот сухой. Даже не влажный, вот просто сухой. Не знаю, видно вам или нет, просто вот легкий, воздушный, сухой торф. Все-таки достану я. Ага, она, видно, росла.
каком-то, насорила, в каком-то контейнере, в таком маленьком, видно, разводили они, вот, не знаю я, росточков я, ну, вот, какой-то вот, но она вся сухая, не знаю, что будет, не знаю, живая ли она и будет расти дальше, потом вам покажу, пока вот она в таком состоянии, не вижу я здесь ничего, не вижу я, вот, все сухое, корневой системы тоже, не знаю, как они. Так, дальше. Так, это вот одна азалия. И вторая. Ну, еще меньше получается тоже. Это азалия Silver Slipper. Вот она. Тоже. Не знаю, с чего, почему эта мокрая такая. Тут вот сухое совершенно внутри. Почему накладная такая мокрая? Так, ну, посмотрим. Тоже. Ну, тоже вот он. Сухой совершенно. Какие-то корешки чужие, непонятно. Вот. Ну вот тоже в таком состоянии. Что тут можно понять? Что тут? Не знаю. Нету, ни живого пока ничего не вижу. Вот это вот вроде как почечка. Вот посмотрите, почечка. Вроде. Посмотрим. Будет расти, как посмотрим. А тут корневая система. Ну, вот такая, в таком состоянии. Вот. Вот получается за вот этот вот, за эту веточку, за этот кустик 174 рубля я отдала. Здесь вот тоже еще раз хочу вернуться. Вот вроде как есть что-то такое, еле-еле. Вот, посмотрите. И все. Остальное все, не знаю. Ну вот. Вот. Это, конечно, за купон на скидку спасибо. От 5000. Вот. Это вот сайт был «Русский огород». Вот, судите сами. Стоит ли заказывать, не стоит. Делайте выбор сами. Я вот такой получила сегодня. Вот такие растения сегодня получила. Все, с вами была Ольга. Если вам было интересно, ставьте лайк. До свидания.